Этот грибной паштет готовится из шампиньонов, смешанных с луком и чесноком. Он станет вашей палочкой-выручалочкой, ведь паштет можно намазать на хлеб или использовать как начинку в любое время года. Перед вами отличный рецепт приготовления грибного паштета. На самом-то деле приготовить такой паштет совсем не сложно, одно знаю наверняка. Если сделаешь хотя бы раз, дальше будешь готовить его стабильно. Паштет очень вкусно намазывать на хлеб или использовать как начинку для выпечки. Удачи! Список ингредиентов в конце видео. Первым делом подготовим грибы. Для этого помойте их и очистите. Нарежьте их любым удобным для вас образом. Большой роли способ нарезки не играет. Лук и чеснок очистите от шелухи, их тоже нарежьте. Лук – кубиками, а чеснок – тонкими кусочками. Поставьте сковороду разогреваться, налейте в нее масло, выложите шампиньоны, обжаривайте их некоторое время, почти до готовности. Жидкость, которая выделилась из грибов, должна испариться. Как только это произойдет, выложите к грибам лук с чесноком. Перемешайте их с грибами, чуть уменьшите огонь, он должен быть средним по размеру, и готовьте все вместе до золотистости, в конце посолите и поперчите, а также сдобрите приправы для грибов, любой. Подписывайтесь и ставьте лайки. Можно ингредиенты подержать на небольшом огне еще минут 5-10, затем перекладываем их в блендер, идеально дать им немного остыть, измельчите все до однородности. Затем добавьте масло и еще раз все перемешайте, измельчите. Все, закуска готова. Остудите ее, и можно кушать. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Шампиньоны, 0,5 килограмма. Лук репчатый, 1 штука. Чеснок, 2 зубчика. Масло сливочное, 50 грамм. Можно заменить на растительное. Приправа для грибов, 1 чайная ложка. Растительное масло, по вкусу, для жарки. Соль, по вкусу, например, 1 чайная ложка. Перец черный молотый, 1 щепотка. Количество порций, 4-5. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите на канал снова, котятки.